метро Балтийская. Балтийский вокзал. Конечная. Для продолжения. Закрываются. Следующая остановка — 10-я Красноармейская улица. Троллейбус работает без конфликта. При входе в салон приложите электронный приемный билет или банковскую карту к валидатору на помощь. Убедитесь, что на экране валидатора загорелся зеленый сигнал. Проводитель не продает билет. Пожалуйста, не отвлекайте его от управления. На линии работает контроль. Красноармейская улица. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка — Троицкий проспект. Это место тут мало. Осторожно, двери закрываются. Они все идут.
Следующая остановка – Советский переулок. Остановка Советский переулок. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – станция метро «Технологический институт». Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Ирийская улица. Троллейбус работает без кондуктора. Загорелся зеленый сигнал. Водитель не продает билет. Пожалуйста, не отвлекайте его от управления. На линии работает кондуктор. Осторожно, двери закрываются. Следующий.
Следующая остановка – Витебский вокзал. Выход к станции метро Пушкинская и военно-медицинскому музею. Следующая остановка – станция метро Звенигородская. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – 5 углов. Не забывайте свои вещи. О вещах, оставленных другими пассажирами, сообщайте водителю. Остановка 5 углов. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Владимирская площадь. Выход к станции метро Владимирская и Достоевская.
Владимирская площадь. Выход станция метро Владимирская и Советская. Следующая остановка – улица Жуковского. Закрываются. Следующая остановка – улица Некрасова. Во избежание получения травм пассажиры обязаны держаться за поручни.
место. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – улица Чайковского. Следующая остановка – Финляндский вокзал, станция метро Лучицкий. Не забывайте свои вещи. О вещах, оставленных другими пассажирами, сообщайте водителю. Чеклите и отправите спокойно. Так они здесь телефоны будут сидеть.
улица Финляндский вокзал, станция метро Площадь Фигу. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка улица Михайлова. Троллейбус работает без кондуктора. Приходим в салон, приложите электронный проездной билет или банковскую карту к валидатору на помощь. Убедитесь, что на экране валидатора загорелся зеленый сигнал. Водитель не продает билет. Пожалуйста, не отвлекайте его от управления. На линии работает контроль. Следующая остановка – детская областная больница. Следующая остановка – завод «Красный Выборжец». По требованию.
Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – улица Ватутина. Двери закрываются. Следующая остановка – улица Жукова. Закрываются. Следующая остановка – площадь Калинина. Троллейбус работает без кондуктора. При входе в салон приложите электронный проездной билет или банковскую карту валидатору на помощь. Убедитесь, что на экране валидатора загорелся зеленый сигнал. Попортитель не продает билет. Пожалуйста, не отвлекайте его от управления. На линии работает кондуктор. Закрываются. Следующая остановка – проспект Металлистов.
остановка проспект Металлистов. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Замшина улица. Двери закрываются. Следующая остановка – проспект Металлистов, дом 110. Во избежание получения травм пассажиры обязаны держаться за поручни. Двери закрываются. Следующая остановка – проспект Металлистов, дом 80. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Пискаревский проспект. Петербургский горэлектротранс приглашает на обучение по профессии водитель трамвая и водитель троллейбуса с последующим трудоустройством. Студентам предприятия выплачивается стипендия. Справки по телефону 244-18-35 и на официальном сайте предприятия. Остановка Пискаревский проспект. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка –
Апрельская улица. Заботьтесь о пополнении ресурса электронного кошелька заранее. Пополнить баланс карты подорожник можно дистанционно в интернете. Затем необходимо активировать платеж. Для этого приложите подорожник к регулятору со специальной пикографией и следующей специальной карте. Подробная информация на сайте Пикабу Организатор. Закрываются. Следующая остановка — гостиница «Карелия». Двери закрываются. Следующая остановка — улица маршала Тухачевского. Конечная. Не забывайте свои вещи. О вещах, оставленных другими пассажирами, сообщайте водителю. Маршала Тухачевского. При выходе не забывайте о своих вещах.